Ну что ж, дорогие друзья, мы снова в прямом эфире на Cyber Arena TV. И вот-вот начнется матч между литовской командой Phasmatis и Spectrum из Латвии. Ну, в принципе, фаворит Таясин это Phasmatis, но Spectrum могут побороться. Посмотрим, насколько у них это получится на Тускане. Ну, в принципе, что, игра вот-вот начнется. Да, вот они пошли, рестарты и вперед. 0-0 и боевой рестарт. Ну, у нас пока что без титра. Игра еще не началась, так что все ждем. Все нормально. Spectrum, кстати, ну, так, довольно неплохо начинали чемпионат, но вот потом у них не получилось играть. И сейчас команда, конечно же, не в лучшей своей форме находится. И, в принципе, сами понимаете, находится, опять же, не в топе турнирной таблицы. Но, наверное, уже ничего не изменится. Вот, судя по чемпионату, там пару игр осталось, ничего не получится у команд. Ну, а мы по-прежнему ожидаем рестарт. Я думаю, вот-вот его сделают. Phasmatis начнут в защите. Они проиграли раунд на ножах, как я понял. Ну, и теперь уже, в принципе, все в их руках. Ну, и в руках Spectrum, которые могут показать нам неплохую атаку, если она у них присутствует. Так, ну что, понеслась. Наконец-то. Рестарт, Spectrum Damage подписывается. Ага, вот сейчас вот так вот решили, что все заново. Либо большой дилей у меня настолько на HLTV. Ну вот. Режут друг друга. Ну, давай. Есть. Выигрывает Spectrum снова. Ножи и что? Переходят в защиту, как я понимаю. Да, по-моему, перешли в защиту. Да, перешли. Все, теперь Spectrum будут защищаться. Непонятно. Такое решение в атаке. Вот честно, намного легче играть на Тускане. Но что поделать? Таков выбор команды. Ладно, давайте посмотрим, наверное, за пистолеткой, а уже потом будем прикидывать на шансы команд. Здесь очень-очень непонятно может пойти Тускан. Вот, в принципе-то, в течение лиги мы много видели Тусканов, но вот я даже не знаю, как сейчас команды в Прибалтике играют, потому что, ну, постоянно какие-то изменения, в тактиках. Да вообще много всего происходит в прибалтийском Counter-Strike в последнее время. Ну вот положительного из этого не так уж и много. Сами понимаете, все замены, они никак не влияют на хорошую игру, вот, если они проходят в командах часто. Но это я уже говорю о лидерах чемпионате. Ну, давайте смотреть. Phasmatis на троечку вдвоем залетают. Есть один минус от Викера, но очень просто. Банан плюс зигзаг разорвали очень неплохим раундом таким сыграли. Ну и вот теперь главное отстреляться на точке, принять соперников. Ой, а как дефенс заходит небрежно-то. Ни единой флешки не залетело. По-моему, через верх ничего не кидали. Ну что, Фаб... Ой-ой-ой, получает он от Игнаса, и, в принципе, все, 1-0 в пользу Phasmatis, вот вам и атака. Ну, давайте теперь по составам. Phasmatis, представляющая Литву, Игнас, Викер, Чекист, Дарк, ТХ, ну и Spectrum, Фаб, Naked, Damage, ух, ФСХ и, ну, я тут даже не знаю, как прочитать этот ник, очень жестко. Ну, видели все. Простая аркада на квадрат принимается командой Phasmatis очень просто и беспроблемно. Такое эко. Ну, в принципе, очень можно использовать такие эко. Но вот, наверное, стоило через паузу, либо там, опять же, добавить флешечек зигзага. Попытались через центр большим количеством игроков, ну и там, естественно, наказали.
Все правильно. Ну, правильно, правильно играет Игнес. Аккуратно сейчас выходит на зигзаг. Так, давайте за остальными посмотрим. Спектром теперь на решили этот эко отыграть. Ну, на А там не очень эффективно. И все, на Б Фазматис снова не халдят. Быстрый выход. И тут, наверное, опять без потери, без проблемно. Да, ну вот теперь, конечно, после всех этих эко команде Фазматис нужно сделать самое главное и сейчас выиграть раунд на ножах. На ножах, раунд на оружии первый. Ножи-то они, кстати, тоже проиграли. Ну, ножи не оружие. Давайте смотреть. На квадрат 4. 4 на квадрат. Вообще не боятся. Заходят, не аркады. Уже ПВП двоих щелкнуло. Посмотрите, на зигзаг. Ну вот они, наверное, понимают, что Спектром будет играть против них медленно. И побаиваться своих более титулованных соперников, ну так и есть, глубоко в планте, вот здесь вот Кривиливе, который сразу погибает от Дарки, ставит хедшот, все, Б пустой, есть Некит рядом, но, как бы нет, смотрите, отстрелялся из-под девятки, дал минус, отошел, халдит, чекист это время вообще со спины вышел, скота в спину дал минус, и ну и что, ему тут нужно аккуратно давить, потому что его могут ждать, но там Спектром спешат, тут банан, Некит снова на планте минусует, где-то из девятки уже воюет, ну что, Хае пустил на плант, Выкер, вот еще Некит, третий минус, он все минуса сделал от Спектром в этом раунде, его сейчас загоняют, мог, конечно, сделать и четвертый, но там уже было гораздо сложнее для него. Ну вот теперь эко. Теперь эко у латвийской команды Spectrum. Литовцы-то уверенно выигрывают. 6-2 ударки. Он пока что фраг-лидер. 2-0 у Spectrum. 0-4. Ну, конечно, это не самый лучший результат. Ну что, диглы. Диглы есть. Пару успов. И на зигзаг. Вот тут может произойти замес. Четвером. Снова без флешки. С одного направления. Но там, ой, два минуса как раз сделали те парни, у которых было по нулю. Это был демеджик. Опять этот Кривиливе. Ну, а не знаю, честно, правильно, как читать ник. Не хочу обижать парня, так что будет просто крю. По первым четырем буквам будем читать. Ну, дальше фазматисты отстрелялись. Им полегче. В центр уходят. А, ну, вот какие варианты? Подобрать бы девайс, конечно. Дэмэдж сотый. Не дают. Тут АВП стоит. Не пускает никак за девайсом. Чекист смотрит в спину. Вот второй дигл подошел, двое на планте, ну тут, наверное, ну что, минус одному, вот он был момент, прицел опустил и в центре, ух ты, видит АВП в центре. Дэмэдж там уже подобрал, калаш, уминуснул АВП, но тут уже просто двое принимают мидл и, наверное, стоит уже сейвить. В защите, конечно, калаш этот понадобится, да. Будет сейвить, но за ним уже бегут, за ним уже бегут, нашли, ну что, будет минус, Дэмэдж убегает в респаун террористов. Игнас и Выкер загоняют его с двух сторон респауна. И, наверное, сейчас все-таки отобрали калашников. Ну, тоже очень грамотно сыграли в плане экономики. И вообще очень полезно для себя Фазматис. Загнали, забрали девайс. И, опять же, лишнего дропа не будет. Это, конечно, всегда помогает команде, играющей в атаке. Когда она вот так вот давит защиту. Так, теперь два девайсовых подряд. Ну, если не будет играть через АВП Spectrum, два девайсовых раунда подряд должны сыграть. Некит жмет зигзаг, банан поджимает. Вот пытаются агрессивно. Здесь, смотрите, в два ствола принимается зигзаг плюс банан. АВП, вот АВП с банана, видите, ничего тут не сделаешь. Ну, нужно было агрессивнее. Но дым подкинули, конечно, отошел. Там и Некит зигзага отметился двумя фрагами. Но дальше уже Игнас его встречает. Так, а что дальше? Что дальше? Чекист-центр. Чекист-центр очень рискует. Его принимают здесь легко. И, наверное, это первый раунд будет за командой Spectrum. Смотрите, остается один Игнес, последний. Но этот парень стреляет очень хорошо и может сейчас разобраться и с тремя соперниками. Ну что, какая связка АВП еще осталась. Так что, я думаю, вот смотрите, сейчас минус ФАП. И как бы там будет полегче. Очень неплохая позиция. Минута остается до конца раунда. Ой, увидел, рано начал стрелять. И как его наказали. Ну, обидно, это действительно обидно. Мог наделать тут целую кучу делов.
Но ничего не получилось, и раунд отдают. Но тем лучше для Фазматис. Они сейчас возьмут раунд, и там снова пойдет Эко Спектрум, которые сейчас сбили серию проигранных подряд раундов. Вот, было бы уже 6-0, но теперь уже 5-1. Точнее, было 5-0 уже. Так, я смотрю, вот за Фазматисами просто аж подзавис. Такая быстрая аркада на зигзаг идет. Вообще, по-моему, парни не считают за соперников только Спектру. Ну, делают, что хотят, идут в аркаду. Вот, кстати, АВП есть. Минуснули, нет, минуснули, ворвались на Б. Снова простая схема. Вообще ничего, ничего не делают. Фазматис играют очень просто. Флешки, хаешки залетают на точки, как банда каких-то разбойников. И уничтожает, просто уничтожает своих соперников. Ну, что, нужно сейвить дэмэдж, нужно сейвить и фабу, и нужно сейвить фабу. Уходи, уходи, сейв девайс. Ну что, решил сыграть в камикадзе, сам ворваться на точку. Дал минус один, еще сколько, два соперника. Ну что, можно пробовать, а уже все, а уже убегает. Вот сейчас, да есть, выкер перехватил, все, девайс потерян. И вот это вот все было, в принципе, очень излишне. 6-1 в пользу Фазматис, которые, ну, я думаю, смогут выиграть эту карту очень легко. И вообще, у них там довольно неплохая ситуация в прибалтийской просерии. Им нужно набирать снова разницу очков, им нужно бороться, не проигрывать, естественно. Там, ну, чисто принципиально, наверное, уже битва за первое место, за первое-второе место с командой из Эстонии Сюнг. Там, конечно, наверное, никто не сможет догнать эти команды обе. И Фазматис, и Сюнг играют в этом сезоне очень хорошо. И смотрите, снова без гранат просто вылетают. Банда каких-то уже не знаю, как называть. Бандиты с калашами врываются. Ни одной флешки на Тускане. Но это ж уже просто... Фазматис вообще играют настолько расслабленно. Вот выкер себе ворвался, минус 2, вошел в центр. Ну, все, что хотят, то и делают. Тут, конечно, очень сложно будет Спектрум. Я даже уже не знаю, что им может помочь. Конечно же, хорошая стрельба, хорошие тактики, но вот что-то в защите особо не получается сейчас у Спектрум. Как-то довольно вот хаотично они передвигаются по Тускану. Не знаю, насколько они его хорошо, прекрасно отработали и насколько они его знают. Но вот со стороны выглядит, как будто вот очень неудобно им, так, наверное, мягко сказать. Им очень неудобно на Тускане. Ну что ж, теперь 7-1. И, ну что, будет попытка теперь от Спектрум. Либо сейчас будет уже, наверное, денег не хватает. Да. Хотя Кольт, Дигл... Ой, давайте, наверное, полетаем за парнями, посмотрим за девайсами. Что-то не могу понять. Дигл, Кольт на точке А. Поменялись местами. Подождите, поменялись местами. Побежали дальше. Так, там уже аркада от Фазматис. Не сможем, не увидим мы девайсы. Просто банан, флешка через верх. Кто-то получил хедшот через стену. Врываются на план, дают минус, тут пусто, проверили тупик, да, тут полуэко какой-то непонятный, наверное, сейв был. Ох, ну все, 8-1, очень просто, и если честно, немножко обидно, что нам как бы особо нечего комментировать. Два, вот смотрите, два девайса, там могут выбить точку сейчас. Нет, тут принимают, Игнас, выкер, вообще просто без шансов, игра в одни ворота, счет 8-1 и очень быстро проходит этот матч. Вот как-то Спектрум, наверное, ну, хотя была бы другая карта, возможно, была у нас как-то по-другому развивались события. Сейчас же полностью в одни ворота, причем Спектрум выбрали сами дефенс. Не знаю, правда, зачем, может быть, у них там свои какие-то там мысли были по поводу, как провести матч, вот как они хотят его начать в защите, в атаке. Может быть, у них план был разработан на игру, который, наверное, просто сейчас рушится безбожно. 8-1. Игнас выходит снова просто с кота, без флешек, ставит хедшот, видит игрока в пла... Ой, выкер, как поставил-то! И врываются, что? Еще зигзаг успевает атаковать. Фаб до сих пор в планте слепой. Ну, прозрей, Фаб. Да, появился он, прицел опустил вниз. Ну и вот теперь он один уже остался, с двух сторон его зажимают. Флеш пошла, смотрите, справа кто? С диглом врывается на него Игнас и минусует. 9-1. Ну тут, наверное, просто полное развлечение сейчас для команды Фазматис, а вот Спектрум, конечно же, нужно подсобраться и как-то, ну, если сейчас ничего не предпринять, не взять каких-то там два еще дополнительных, три раунда в защите, то это может довольно печально закончиться, с довольно неприятным и
таким некрасивым счетом. Аркадия центр вдвоем. Ну вот уже снова Дигл. Ой, как обоих наказал Игнес. Ну вообще, как танк смел, как проехался по какому-то... Ой, ладно, просто проехался. Сверху и минуснул. Разрывают Фазматис и Спектрум. Сейчас просто прячутся по карте. Вот именно так я могу прокомментировать эту игру. Ну не знаю, может быть для кого-то может это показаться обидным, но ну так оно и есть. Но вот кто со мной может не согласиться в данной ситуации? Тут... Вообще есть такие, наверное, большие подозрения, что команда Спектрум может покинуть вообще про серию уже в следующем сезоне. Вот честно, чтобы это понять, лучше взглянуть на оставшиеся матчи в турнирной таблице и посмотреть, кто в соперниках в последних турах у команды и вообще что-то может произойти в дальнейшем. Потому что вот схемы игры, это, опять же, естественно, очень важно, и на ком будут набираться очки, так необходимые. Ну вот сейчас вроде бы дали первый минус. Три кота, один центр. Очень просто играют Фазматис. 3 плюс 2 все время защищаются Спектрум, но вот теперь еще и дым тут подкинули. Врывается ТХ, чекист минусует, в дым жмет, ой, тут пожал целую кучу игроков, и я не могу понять, уже там раунда 4 с непонятной закупкой бегают Спектрум, счет уже 11-1 не в их пользу, и, конечно, ну, честно, не знаю, как подбодрить парней, чем им можно помочь, да, наверное, уже ничем. Так, тем временем я смотрю на турнирную таблицу национального первенства, ну, не то, что национального, а... Первенство трех наций, Латвии, Литвы и Эстонии, прибалтийской просерии. Нет, подождите, давайте посмотрим эту аркаду. Эко снова в мидл. О, нет, не получается в очередной раз. Здесь принимают со всех сторон. И, наверное, опять ничего не получится у Спектрум. Плюс раунд в копилочку Фазматис. Так вот, команда Спектрум находится сейчас на 10-м месте в турнирной таблице. У них... Всего лишь 6 очков, то есть 2 победы и все остальные поражения. Ну и, наверное, команда все же, ну вот, очень близка к зоне. По крайней мере, в стыковых матчах сыграет с третьим местом, либо четвертым аматорским. Ну, сейчас претендует на игру с третьим местом. Очень-очень, конечно, плохо. Ну, если пару игр выиграть, то там можно быстренько там до 8-го подняться и там как-то проскочить эти матчи. Пока что... Так, Спектрум, вот что-то пытаются сделать Спектрум. Кольт поджал бананы, двое поджимают зигзаг. Также там очень близко Фазматис. Итак, подождите, Крю куда-то убегает. Убегает он на Б, готовы принимать на Б планте. Ну что, минус на А, в центр переместились, дали в медле, второго чуть не поймали. Но на ровном месте такие перестрелки, такие обидные минуса для Спектрум проходят. Ну, конечно, тут, наверное, просто незнание карты. Дэмэдж, вот как смотрит зигзаг. Плотную с АВП, а там уже Аплант просто придавили. Игнес выходит с кота, минус 2 делает. ТХ уже в центре, все, заняли позиции, уже ничего здесь Спектрум не сможет сделать. Это 13 раунд за Фазматис. Конечно же, очень-очень неприятно. Посмотрите, что творит Игнес. Сколько он фрагов-то уже настрелял? 20 на 5 у него на Тускане, и очень хорошо он проводит сторону. Все летит с кота, там все хедшоты. Ну, опять же, это дают играть Спектрум. Действительно, видно, что... Ну, в общем, без комментариев. Нужно тренироваться чуть-чуть побольше. Спектрум, ну, пока что они не могут посоревноваться с Фазматис. Ну, может быть, еще, конечно, смена сторон. И там какой-то мега-космос и супер-тащилово от латышей. Но, ну, если, конечно, посмотреть на игру, то понятно. Здесь просто перестреливают. Здесь неважно, какая карта. Здесь... перестреливают. 14-1 счет первой половины, и как бы вообще вот, ну, никаких шансов. У нас смена сторон. Ну вот теперь у нас Фазматисы будут играть в защите. Давайте посмотрим на пистолеточку. И вот что из этого может выйти. Опять же, последняя попытка для команды Spectrum. Всего лишь вот им нужно взять пистолеты. Ну, правда, у нас сегодня будет еще один матч у Scalade против Spectrum. Вот там вот Spectrum могут как-то реабилитироваться. Но, опять же, соперник именитый, но немножечко не в форме. Scalade там, конечно, нужно еще там тащить и готовиться. Поджим Фазматис, трое с банана плюс зигзага вылетают. Здесь уже хаешкой хелпуют. Ой-ой-ой-ой, хае не слишком удачно пошла. Там больше своих покоцала, нежели соперников. Так, в центр втроем.
О, хорошо, минус Дарки, 3 в 3, можно. Давит, давит, центр, видит игрока в РСПе. Врывается Фаб спиной на плант. Где же... О, вот он, ТХ. Ну, вместе, вместе, втроем с РСПа сейчас попытаются выйти. Зальют, наверное, парня в центре. Да, выходят, минусуют в центре, идут дальше, спокойно. Там на планте есть справа, на варенье должен быть где-то игрок. Отошли дальше, а где же соперники? Вот он Фаб, вот он Naked, неожиданно. Ой-ой-ой, как классно сыграли Spectrum, Фаб. Точнее, Naked, по-моему, он сделал целую петлю через кота, пробежал на точку. И потом уже вот в спину зашел игрокам. Да, неплохо. Ну, 14-2, уже полегче. Правда, план ставили, что сейчас за... Точнее, нет, не раздефьюзили, не раздефьюзили плант. Spectrum ставили плант, у них деньги будут. Что, Фазматис? Диглы, решили с диглами. Но эти звери могут сейчас с диглами, конечно же, всех пострелять. Они стреляют с диглов. Очень интересно. Нет, Викера поймали. Вот он на зигзаг и заходит дальше. Криу. Ну, понятно, что готовится Б, потому что Spectrum тут особо не перетягивались у нас сегодня. Ну, честно, вот кажется, что просто Тусканам неудобно играть на нем. Возможно, на другой карте. Ой, спиной повернулись, могли получить. Вот, ой, ТХ, два хедшота. И тут еще два тиммейта. Игнас делает минус. И сейчас сольют. Еще Дарки. И два против одного. Уже защита в большинстве. Видят дэмэджа последнего. И Игнас еще минусует жестко. Это 15-2. И ничья уже для Фазматис в игре. Конечно же, вот только я сказал, что эти парни смогут с диглов настрелять, так и произошло. Берут раунд с диглами. Очень четко поймали перетяжку на Б. Ну, не знаю, либо гадали, либо как-то прочитали. Вот такие моменты сразу, когда комментируешь, ты не увидишь. Можно в демках посмотреть, там всех проклацать, куда каждый из 10 игроков пошел, посмотреть, какая задумка. Тогда да. Но вот сейчас, конечно же, опять же, все события на карте. Я не робот, я не могу за всем уследить. Так, теперь диглы. Диглы у латвийской команды. Дали минус. Ох, Игнас уже кого-то поймал. Вот я смотрю за перемещением. Пробежали на квадрат, пробежали направо. Никто спины не прикрывает. И вот сейчас там уже пошел поджим. Зажали с двух сторон. Здесь Игнас, на, опять же, накошмарил. Вышел с зигзага. Минус один. О, Крю, хорошо. Забрали у Игнаса девайс. Но, тем не менее, в меньшинстве. Литовцы сейчас очень быстро могут справиться. Вот смотрите, сейчас ТХ, минус один. И тут же второй за углом. Не выходит. Прострелил. Проверяет, вот дергает на себя. Все-таки Крю пойдет. Ой-ой-ой, как у него не пошла стрельба. Как он потерял свой прицел. Не законтролил практически ничего. И уже 16-2 победа команды Фазматис. Ну, если честно, результат ожидаемый. Конечно, лидер играет с аутсайдером. Тут все было понятно. Но все-таки Тускан как-то хотелось борьбы. Там, а все-таки... Вот говорим мы, карта новая-новая. Карте уже там 2 или 3 или 4 года. То есть она уже далеко не новая. Но почему-то многие на ней не умеют играть. Ну, извините, что поделать. Поздравляем с Фазматис с победой. Вот всем хочу напомнить, что через час у нас будет игра. Ну, чуть больше, через час 20. Игра последняя на сегодня. Это Spectrum против Escalate. Опять же, в рамках Прибалтийской Про-серии. Так что я всех приглашаю. И, в принципе, наверное, пока что отключусь. На полтора часа возьму небольшой перерыв. Но уже дальше... Конечно же, мы посмотрим на Spectrum еще раз. Может быть, они реабилитируются вот за Тускан на какой-то другой карте и выиграют у Escalate. Это такой зоны, точнее не зоны, а вот в плане фантастики что-то такой результат будет. Но почему бы и нет? Не получилось выиграть у Фазматис, хоть у Escalate выиграем. Ну, правда, Escalate там тоже борются за выход в LAN-финал, и у них вообще там... Им нужны очки в каждом матче, я думаю, что они сейчас не отдадут и вцепятся вообще в каждый раунд. Но это уже увидим буквально очень скоро. Ждите меня через час 15, час 20 на матче Escalate Spectrum. Я это уже в пятый раз говорю, ну вот никак не могу попрощаться. Прощаться пока что не буду. Не переключайтесь, я скоро вернусь.